Всем привет, вы на канале Osplay. Ребят, не забываем подписаться на канал, поставить жирный лайк. Ну а мы погнали. Я сейчас покажу новое место фарма после патча 1.05. Как видите, начинать надо с самого, так сказать, знаменитого костра, который находится в локации Дворец Могвинов. И, собственно, путь у нас довольно-таки не сильно длинный. Но минус, так сказать, у него есть, что все-таки надо до него продолжительное время пробираться. А находится данное место, где будем фармить, это у подножия скалы. Сейчас мы уже добираемся, тут небольшое, так сказать, кладбище. Что нужно здесь делать? Все, в принципе, легко. Просто потихоньку подходим к краю и спрыгиваем вниз. Там будет выступ в скале, находиться данный выступ. И после этого главное нам держать камеру чуть правее, чтобы получился вот этот данный эффект, когда мы будем прыгать, провалились сквозь текстуры. Ну а дальше, как всегда, просто махаем мечом продолжительное время, когда у нас будет два этапа зачисления. Сначала в начале первый раз приходят руны, и потом второй раз приходят руны. После этого можно переключаться на костер и снова повторять данную операцию. Здесь вы будете получать в районе 170 тысяч. Еще раз повторю, сложность в том, что можно вначале, может не получиться, чтобы вы провалились в те текстуры, да. Главный нюанс — это держаться чуть правее при прыжке. Есть также небольшой, так сказать, баг, да, я несколько раз повторял, этот фарм, все работает, все, можете пробовать, но может так получиться, что камера за персонажем может не последовать, то есть паниковать не надо, да, также просто автоматически нажимаете мечом, то есть повторяйте эту операцию, но просто персонажа пока вас не будет, там картинка замирает, да, и все, также будет вам руны приходить, ничего в этом сложного нет. Так что пользуйтесь, это новый способ после патча, он работает, пока не знаю, какое время он будет действовать, то есть разработчики все равно стараются прикрывать все места. Так что спасибо всем, кто смотрел, не забываем про подписочку, всем пока!